Всем привет! Давно не было видео на этом канале, и сегодня я покажу вам, как проходит мое утро. Просыпаюсь я примерно часов 8. Если не хочется вставать и есть время, могу посидеть немного в телефоне. Думаю, что многие так делают. Дальше я иду умываться и чистить зубы. Потом иду на кухню и включаю генератор водородной воды. С его помощью увеличивается окислительно-восстановительный потенциал воды, и пить такую воду намного полезнее. И сам процесс выглядит очень красиво. Далее я включаю YouTube на телефоне и начинаю готовить завтрак. Обычно утром я кушаю омлет. Включаю печку и наливаю масло. Разбиваю 2 яйца. Добавляю молоко, соль, перец и взбиваю. Потом выливаю это все в сковородку. Пока жарится омлет, я завариваю чай. Вот так выглядит мой завтрак. Омлет, чай и что-нибудь к чаю. Летом я ем еще салат из огурцов и помидоров. Вот так проходит мое утро. Дальше я либо снимаю и монтирую видео для YouTube, либо занимаюсь учебой. Кто не знает, я учусь в аспирантуре по специальности прикладная математика. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если да, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.